Всем привет, меня зовут Саша Заяц, и это мой день в ЭТМО. Учеба в университете может быть захватывающей, по крайней мере в ЭТМО, где каждый день особенный. В этом видео я покажу, как проходят мои занятия, расскажу о дисциплинах и о преподавателях, сделаю мини-обзор на столовку, коворкинг и много чего еще. Если тебе интересно знать больше об учебе в университете или конкретно на ПТМИ и ЭТМО, оставайся со мной. Делаем! Дорога до университета обычно занимает у меня час-полтора. Но это потому, что я живу на окраине города. До универа я езжу на общественном транспорте. Это удобно, потому что все корпуса находятся в центре близко к метро. Сегодня у меня лекция и практика по инновационной экономике и предпринимательству. На занятия я обычно хожу с ноутбуком, все записи веду в электронном формате. Мне часто приходится анализировать большие объемы информации, составлять отчеты, делать презентации, чекать расписание, поэтому компьютер – незаменимая вещь. Мы с Полиной Стасенко идем обедать после двух пар инновационной экономики и предпринимательства. В корпусе на Кронерском огромная столовая. Здесь можно не только взять комплексный обед, но и перекус в автомате с едой. Или, если нужно взбодриться, что-то на кофе-споте. Есть микроволновки, так что все фанаты домашней еды могут спокойно разогреть себе обед. Сейчас будет обзор на наш обед, который мы взяли с Полиной. Значит, у меня куриный бульон, паста песто, компот сухофруктов. Тебя что, Полин? У меня тоже паста и просто компот. Столовая всегда оживленная. Здесь не только обедают. Часто студенты просто болтают в зонах отдыха, играют в бильярд, теннис или в PlayStation. Некоторые даже умудряются работать. Пока у нас есть свободное время, мы немножко поиграем в бильярд. Это, конечно, все весело и классно, но задачи никуда не пропали, поэтому мы сейчас идем жестко в коворкинг, делать дела. В коворкинге действительно удобно работать. Здесь все так увлечены делом, что не получается отлынивать от домашки. Хотя мы с друзьями всегда находим повод посмеяться со свежих мемов или посплетничать. Кстати, если у вас нет СО, компьютера, планшета, либо какой-то другой техники, не беда. Во-первых, у нас есть такой сервис, как ЭТМО Share, то есть вы можете брать любую технику в аренду не на большой срок. И как вы могли бы подумать, пора ехать домой? Но не тут-то было. Самое время ехать на Лома. После учебы, хорошего обеда и закрытых задач самое время отдохнуть. Едем на ЭТМО Панчлайн. Это как КВН, только круче. Вот мы и приехали в корпус на Ломоносова 9. В Кубке Панчлайна участвуют команды с разных факультетов ЭТМО. Ребята готовят свои выступления с профессиональными редакторами и борются за звание лучшей команды универа. Победители обычно выступают на городских или даже всероссийских фестивалях КВН. Сегодня Кубок Надежды. От ФТМИ выступает команда «Лома спать». Друзья, смотрите, кого я встретил. Это Аня, студентка первого курса программы технологии и инновации. Она сегодня выступает на Панчлайне. Аня, поделись своей самой смешной шуткой. Я боюсь, что у нас таких нету. Учебка – это жизнь. Поступайте в ЭТМО жестко, идите в Панчлайн, в мега-баттл, занимайтесь вообще всем-всем. Это круто, это супер-классно, куча людей, куча эмоций. Вы точно не пожалеете. Ну что, друзья, вот мой день и закончился. Мы с вами побывали на парах, пообедали в столовке, поработали в коворкинге, посмеялись на Панчлайне. Так что поступайте в ЭТМО, дальше больше.